Ce atitudine aveți față de războiul din Ucraina? Не дай Господь этой войны никому. Вы что, люди гибнут, люди помирают, дети, вы что? Как вы еще спрашиваете? Честно говоря, война – это в любом случае не положительный результат. Но мое личное мнение, я считаю, что Россия поступает правильно. Отрицательное. Ну а как? А, это нужно быть идиотом, чтобы одобрять такие действия. Врем паши, врем совем кши трои, ши линишти, ши... С чем с ной уамин? Негатива, бенесалес. Наре еще он рост разбоится. Dacă ținem de noi, ne afectează și pe noi din punct de vedere energetic. Dar cred că noi ceva nu știm dacă mulți preoți din Rusia susțin acest război. Dar noi ca oameni nu o susținem, pentru că avem rude care foarte bine știm ce se întâmplă și multele noutăți care le vedem nu le credem. Adică fake-urile nu ne uităm, ne uităm la informația care ne-o dau rudele noastre, ce se întâmplă pe loc. Și e strașnic că mor tineri, mor copii, oameni fără locuințe, refugiați mulți. Negativne. А как вы думаете, как это может закончиться для Республики Молдова? Очень плохо. А почему? А потому что все идет с Украины к нам, Молдове. И поэтому я и говорю, что Украина это... Она просто сателлит англосаксов. И вот поэтому я и говорю. Там вступили они за то, что защищают свой народ. И так же самое братский и украинский. Я бы не считала, что агрессия. А как это назвать? Не знаю. Плохое отношение, потому что люди там невиновные, а там идет война. Зачем, чтобы люди страдали? Можно все прекратить. А кто должен прекратить? Зеленский. Потому что Путин, наоборот, как сказать, хочет, чтобы было добро. Ну что вам сказать? Россия защищает свою русскоязычное население. Мне все равно, что Украина, что Россия. Главное, чтобы мир был. Чтобы не страдал народ. Мы, конечно, против войны. Мы все против войны, я надеюсь. Но каждый... Имеет свои цели, наверное, Каждое государство имеет само свои цели, свои эти самые. Мы не знаем, мы простые люди. Если стать посмотреть с одной стороны, и одни виноваты, и другие виноваты. Там политика есть политика. Я думаю, что найдут они общий язык.